Нужно прийти на полуфинал «Спорт звезды». Потому что это будет реально круто. Потому что ребята очень разные. Это сюрприз, который вы все увидите 8 февраля в «Униксе». Только самые яркие и талантливые студенты, прошедшие два сложнейших отборочных тура, получили возможность принять участие в уникальном творческом проекте «Студзвезда». Дойти до полуфинала этого конкурса мечтают многие, но удается не всем. Я участвовал в том году, но не прошел полуфинал. В этом году я прошел, мне повезло. И вот я участвую, я буду представлять КФУ. Из 11 полуфиналистов сразу пятеро участников будут представлять КФУ. Галия Фасиева, Динара Тимиргалеева, Екатерина Гришина, Илья Захаров, Ширин Аль-Анси. Проект «Студзвезда» стартовал в 2009 году. За это время вместе со студентами выступили такие группы, как «Виачапа», «Айова» и многие другие. Тамара, ты как победительница «Студзвезды» прошлого года наверняка должна знать, какими качествами должна обладать настоящая «Студзвезда». Ну да, конечно, это в первую очередь, кроме таланта, это собранность и готовность работать над собой, над номером, это готовность расти, в первую очередь, как творческого человека, как и, в принципе, личность. Кто из звезд российской эстрады станет гостем финала в этом году, мы узнаем только 8 февраля. А сейчас конкурсанты много репетируют, чтобы достойно представить свой номер. Для каждого из них проект очень важен, поэтому они будут ждать тебя в «Униксе» в 19:30. Болей за нас! Болей за КФУ. Виктория Егорова, Ленардо Влетьяров, специально для Универньюз.